Зачем организму кальций и сколько стаканов молока надо выпивать ежедневно? Этот микроэлемент – основа зубов и скелета. Он есть во всех жидкостях и тканях нашего организма. Кальций не только придает прочность костям, но и обеспечивает работу мышц. Любое их сокращение происходит при участии важного микроэлемента. Без него невозможна регуляция артериального давления, передача нервных импульсов и свертывание крови. Но организм человека не в состоянии вырабатывать кальций. При этом в сутки нам необходимо 1000 мг. Стакан молока, к примеру, содержит лишь треть. Повышенная потребность в кальции у пожилых, детей, людей, занимающихся спортом, и беременных женщин. Лидеры по его содержанию – сыр, творог, молоко, йогурт. Богаты им также чеснок, овсянка, бобовые и зеленые листовые. Из орехов это миндаль, фисташки и фундук. А кунжут по запасам кальция превосходит многие сорта сыра. Ну и не забывайте бывать на солнце. Витамин D для усвоения кальция просто необходим. Будьте здоровы!